зовут Светлана, мне 58 лет. Я сюда пришла для того, чтобы сохранить не только гибкость ума, но и гибкость тела. И поэтому для того, чтобы более грамотно подходить к этому вопросу, я думаю, необходима консультация опытного тренера, который может все это подсказать. Вот поэтому я сегодня здесь. Очень хороший запрос. Ну, мы с вами пообщались за камерами. Я поняла, что вы активно тренируетесь. Да? Это очень здорово и очень правильно, потому что большинство людей, с которыми я общаюсь, говорят то, что «Ой, я на пенсию ушла, зачем мне тренироваться?» И у вас на самом деле самый правильный подход, то, что вы занимаетесь собой, и прямо вам мое уважение. Так, смотрите. Поскольку вы уже занимаетесь, я вам могу дать один очень хороший совет и упражнение. Сегодня мы будем с вами работать со стопами, так как стопы – это очень важная часть в нашем теле. Это вообще фундамент всего нашего опорного двигательного аппарата и, в принципе, наш с вами в целом фундамент. Поэтому на него нужно обращать внимание. Для этого нам необходимо будет снять носочки. И моя всем рекомендация – тренироваться без носков, без носок и без обуви. Поэтому снимаем носочки и тренируемся. Даже если вы в офисе, то вы также можете снять обувь, носки и повторять за нами упражнения. Для начала нам с вами понадобятся вот такие вот мячики. Их можно заменить обычными желтыми теннисными мячами для большого тенниса. Не вот эти вот для настольного, да, а для большого тенниса. Мы с вами берем, кладем его на пол, ставим, упираемся стопой, центром стопы и от основания пальцев, то есть вот оно, вот основание пальцев, мы с вами начинаем прокатывать, слегка нажимаем и прокатываем до пятки. Назад возвращаем, обычно без нажатия. И прокатываем так раз 5-7 туда и обратно. Есть какие-то болевые ощущения? Пока нет. Пока нет, это прекрасно, потому что зачастую у многих бывает уже на этом этапе болевые ощущения. Теперь ближе к внутреннему своду стопы. Прокатываем, слегка нажимаем. До ощущений сильной боли мы с вами не прожимаем. Максимум, если отталкиваться от 10-бальной шкалы, то максимум 7 баллов боли должно быть. Хорошо, прокатываем туда-обратно. И теперь внешний свод. Хорошо. Сейчас мы с вами прокатываем подошвенную фасцию. Она начинается у нас с подошвы, проходит по задней линии бедра, проходит через ягодицы спину и заканчивается над бровной косточкой. Вот, крепится как раз-таки здесь. И с помощью вот этих вот упражнений манипуляций мы можем с вами решить натяжение по задней линии бедра. Могут беспокоить боли в пояснице, могут беспокоить боли в шее. И такими упражнениями мы можем как раз-таки снять эти болевые синдромы. А еще бонусом это может повлиять на морщинки на нашем лбу. То есть, если выполнять на постоянной основе, вот как раз-таки про молодость, то у большинства наших гостей, которые приходят к нам в студию, разглаживается лоб. Вот. Это очень есть проблема. Так, теперь смотрите, основание пальцев, вот эти вот все косточки, да, мы начинаем прокатывать по дуге, вот, чтобы видно было. Пятку фиксируем на полу и прокатываем, слегка прижимаем, прокатываем туда и обратно, туда и обратно. Возможно, у кого-то будут такие более болезненные ощущения. Хорошо, отлично. Теперь мы берем ближе к пятке, центр стопы ближе к пятке только, надавливаем и представляем, как будто бы мы мяч хотим вкрутить в пол. Начинаем, пальчики можно зажать слегка. И вдавливаем, вкручиваем. Хорошо. И снова прокатали туда-обратно. Хорошо. Отлично. Все. Теперь ставим стопу
и поощущайте. Угу. Поощущайте, можете закрыть глаза, угу, и почувствовать, как у вас чувствует себя левая стопа, правая стопа и левая, угу, ту, которую мы не проработали. Угу. Есть ощущения? Есть разница? Есть, конечно. Есть, да? Угу. Какие именно? Как будто эта нога стала легче. Легче? Угу. А есть ощущение, что она стоит тверже? Есть. Есть, угу, да? Супер. Угу. И вы обязательно сделайте этот тест, прокатайте одну стопу, закройте глаза, почувствуйте. Уже можно, у некоторых людей будет ощущение, даже не закрывая глаза. Обязательно напишите нам, какие у вас ощущения. Так, ну и помним, да, если мы прорабатываем одну сторону, то мы обязательно прорабатываем вторую. Угу. Все то же самое. Сначала по центру. Хорошо. Теперь внутренний свод. Также это упражнение будет очень полезным для тех людей, у кого есть плоскостопие. Вообще я советую работать со стопой на ежедневной основе. Тогда ваше тело будет здорово, потому что от состояния нашей стопы очень влияет работа колен, тазобедренных суставов. Но, соответственно, если у нас будут проблемы здесь, то проблемы поднимутся наверх. Хорошо. Давайте теперь по дуге прокатали. Туда, обратно. Пяточку зафиксировали. Угу. Хорошо. Да, мячик иногда может выскальзывать, ничего страшного. Угу. И центр стопы ближе к пятке. Нажали, прожали и вкручиваем его в пол. Оп, стоит. Я рядом. Я вас держу. Хорошо. Хорошо. Супер. Ну и сейчас выполним с вами еще пару упражнений для здоровья наших стоп. Давайте, самое такое распространенное упражнение. Мы с вами постараемся растопырить наши пальцы, насколько это возможно, вцепиться в коврик. И теперь стараемся зажать, представляем, как будто бы мы поджимаем коврик под себя и снова растопыриваем. Это можно выполнять там, на одеяле, на полотенце. И таким образом вы будете чувствовать, как действительно вы начинаете подбирать полотенчика под себя. Угу. Оп. Еще больше растопырим. Вообще в идеале у человека пальцы рук и пальцы ног должны растопыриваться. То есть пальцы рук у нас, понятно, расходятся, а зачастую пальцы ног у нас находятся вот в таком склеенном положении, потому что у нас мода диктует свои правила, и обувь зачастую бывает не особо удобная. Вот. Ну и мало кто у нас работает со стопами. Вот, поэтому старайтесь максимально растопыривать их. А теперь давайте по очереди. Раз, раз. Работаю также на координацию, да? Хорошо. Вот, вот, вот. И прямо растопыривайте их. Постарайтесь прям максимально. Угу. Хорошо. Отлично. Это также можно выполнять упражнение, не выходя из с рабочего места. Отлично. И еще третье упражнение мы с вами выполняем. Ставим стопы ровно. И сейчас будем представлять, как будто бы мы хотим с вами подпрыгнуть. Это упражнение на эластичность нашей стопы. Поскольку наша стопа должна на самом деле подстраиваться под любую поверхность. Вообще природой задумано, чтобы мы ходили босиком. Вот, и мы должны подстраиваться под любую поверхность. Для этого наша стопа должна быть с вами эластичная. Давайте стопы еще ровненько. Вот так вот, вот. И представляем, как будто бы мы хотим прыгнуть, но мы при этом не отталкиваемся от пола и медленно возвращаемся назад. Угу. Давайте снова прыгаем и медленно-медленно возвращаемся. Снова прыгаем и возвращаемся. Давайте выполняйте. Боком я пока выполню. Хоп. И медленно возвращаемся. Хоп. Вот. Аккуратно. Хоп. И видите, заваливается у вас стопа, да? Хоп. Угу. И возвращаемся, возвращаемся. Коленочки старайтесь не сводить. Угу. Хоп.
И возвращаемся. Пятки тоже старайтесь сильно не сводить. Угу. Оп. Угу. И еще раз. Раз. Опа. Ничего страшного. Для первого раза прекрасно. С каждым разом ваш результат будет улучшаться. И то, что с первого раза у кого-то, если вдруг не получилось, не нужно расстраиваться. Начало положено. Теперь вы знаете, как можно работать со стопой. Работайте на ежедневной основе. Ваша стопа будет эластичная, сильная. И будете чувствовать молодость во всем теле. Благодарю. На здоровье. Как ваши ощущения? Расскажите. Ой, какие ощущения. Немножечко, наверное, даже волнуюсь, и поэтому ощущения сказать прямо именно какие, сейчас, наверное, мне трудно, но одно могу сказать, что тело мое радуется. Ноги мои радуются. Ой, да. Ну это самое главное. Вы сегодня будете чувствовать свои стопы немножко по-другому, проследите в течение дня, и я думаю, вы заметите некие изменения. Я надеюсь, вам было полезно. Конечно, хорошо. Это было очень полезно. Я это все буду применять и использовать. Да, самое главное – применять. И вы, наши дорогие телезрители, применяйте, тренируйтесь, будьте здоровы и до встречи. До свидания.